Начали. У меня так мало войск. Ты на Харитон оставляешь Самарой? Да. Ну высади. Да. А на Федор кто? Ты на Федор. Грегори как бы сейчас будет немножко спорная территория. Мне бы успеть проскочить, пока они не приехали. Мне кажется, у меня дерьмовый план. Но обычно прокатывал. План провал. План ураган. Во, видишь? Угу. Не, ну... Да, у меня сейчас будет веселый план. О, карталь. Все, параль. Короче, вертов у них нет. Это говно видит мои буки. Ёпта! Ага. Да, молодец, что пошли, но это... Сука, ебаная позиционка будет. Да. Блин, я так могу и слиться. Так, я на центр ком вызываю. Самар, давай я тебя буду бомбить. Да, бомби. Я на центр вызвал, Нельсон. Говори, куда тебя. Мне, ты должен пробомбить, короче, вообще нафиг весь этот лес. Бомблю леса. Левый лес не трогай. Ой, пукан. Нормально, я здесь более-менее закрутился. Даже ничего еще не потерял. Там какаха летит, аккуратно. Какаха. Вон какаха летит. Да, разменивай БТР-70 еще. Ого, я сколько там убил, ёпта. Хорошо, армия. Была чья-то армия. Как К-29 тащит? Ага, хитрые петухи. Ой, езжай, БРДМочка. На Григорий командник не вызывал никто. Я могу вызвать. Давайте я вызову. У меня какие-то мразиши тут сидят, уже замучили. Попробую переплыть. Паль, ты тоже это слышишь? Звук победы. Это ЗБД-90 что ли работает? ЗС. Я тут лесок отжимаю. Самар, тебе прислать что-то? Да, мне нужно давить этот город. Мне пехота, огнеметчиков давить, специалистов тащи, все тащи. А то я встал как дурак с этим жалом и стою на пороге. Давай, если переплывай, БМП остановись. Они космодесант вызвали. Где твой Т-72? А чё, надо что ли сюда? Блять, конечно. Это дело тонкое. Дело тонны. Тонны бомб. Чаушевский БМП-3 только что мне спасла, жалко. Там Тайгер. Тайгер. Какаха летит. Хана, БМП-3, хана какахи. А, ты видел, да? Это нормально. Ну это баланс. Протекут. Баланс святой так за основу взят у Юджин. Там что на Ленин с ПВО, есть что? На Ленин? Да нет, нету. Я там бомблюсь вообще без проблем. Тайгер, нет! Я сейчас завалю его через 10 секунд.
О, не, парни, Ми-4 проебались тут. Я бомблю по ПВО противника, по гепардам. Мне кажется, Лизадеп Тайгер сбила. Не, он свалил. У него стелс еще, не забывай. Рафаль залетел справа. Ох ты шо! Да, да, я это видел. В РДМ, да? Короче, я начинаю тут проводить чистки. Валь, давай сюда, спецов в город. Ты езжай только не напрямую, а справа огибай. Угу. Или уж дави напрямую, но что ты делаешь? Не-не, по прямой не получится там. Там Аптуру в городе. Так, это дерьмо я завалю сейчас. Который летает. Ёпта, блин, сколько же вас тут? Ну, смаус, конечно, блядь. Какаха летит. Завалили. ВТР-70 с разведкой был, а? Угу. Валь, вот сюда сбрось чемоданчик. Я тебе сам зажжу. Сам зажжу. Зажжу. Ой, я... Ой, провал. Не, ну это Тигр 2, короче, вот это все. Сочек, дерьмо, там тут подвесит. Раулер летит. Понял. Потерял один. Нихера никто его не сбил. Пиздец дерьмо, да? Просто пипец. Просто, короче. Воу-воу, Нельсон, там у тебя БТР с песку, там же. Да-да-да. Пол слоты. Ты чё, чё-то ты нифига не зажёг, Оль. Сейчас бомблю, значит. Не, не надо, не надо, не надо, они лопнули. У меня тут танчики подъехали. Нам просто сюда нужно больше загонять танк. Там атака сверху прям по жести идет. Звуки такие. Да преисподня, блин. Летит с мавериками дерьмо. Маринусы, блять. Чуваки, ну закройте портал в ад, ради бога. Жесть фанит. Бля, так это у меня независимо от того, как колонки работают. Не, у тебя там просто жесть. Сука, пиздец. Такие звуки, короче. Я могу в Аргентише. Это, блять, это напрямую транслируется в скайп. Не из-за микрофона. На стрим.
Ай-яй-яй-яй-яй, только не буки, только не буки. Мой спецназ по кругу там ягер впустил в лесу. Дорого, но сердито. О, жесть какая. Валь, ты видишь? Как знаешь, первая чеченская засада. Потеря гусеница, да, твой гус? Мы тут вообще с жопой, вызываю акулу. А, не, я это все разбомблю. Ну, как акуль всегда полезно. Короче, моего ПВО пока нет временно. Боже, что тебе ТЗ делаю? Там главное, Вась, смотри, вот здесь УАЗик все это время стоит и непрерывно стреляет. Просто. А МХ-32 приехал. Бля, извини, Самаре, я тебя подпалил. Да, ну БМП едут просто в берсерк, все врубили и жгут все. На, блядь. Как мне без ебаной Маринеса, блядь. Сколько ты не будешь матрасом. Киллера подошли, блядь. Они артят мою акту, это жесть. Может, кто командирку притащит или мне пехотную заранее сюда? Сейчас буду бомбалейла делать. Вань, напиши им, что нужно больше арты, короче. Ну они ж арты не используют. Просто, знаешь, без подсвета всю точку бомбят. Вся точка в воронку. А, МХ-32 сдулся. Рафалька. Кончилось приключение Рафальки. Криво дул, блять.
Каждый раз, когда я это, короче, говорю, каждый раз мажут все. Navy Seals, блять. Протекут. Вон АМХ-32 едет. Еще один. Бля, они Тунгусскую М аннигилируют чью-то. Mm-hmm. Все, Тайгер 2, короче. Два стрела. Два еще раз. Потрачу. Но они в новую атаку пошли. Слишком жестко. Если Маринус, pretty good. Слушай, тут весь бой, походу, только на этой точке идет несчастный. Ну, у меня там, кстати, тоже ебал мозга, блядь. Ой, там Леопард или он? Вот, Какула пошла налево. Чё, командник? ТВ Z, у меня Т-80. Я узал, Т-72. Да. Нужен танк, да, у нас есть танк. Ой, фальшмьягеры, пацаны. Все пропало. Налет, 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 адовый налет. Роллер завалили. Фантомы пошли. Завалили. Всех завалили. Тебя пуканят, да? Я думаю, надо арты закупить тоже. У меня нонки есть. Что там, ягеров много. Лео едет, вышел их отстреливает. Леопард 2 опять из ЭТ. Отработать его яком. Мигом точнее. Не-не-не. Да я полетел сливаться. Маринцы, блядь. О, там Су-27М, да, ну сейчас точно завалим его. Я за твоим, если что. Да, да, да. Ёп. Куда он повернулся? Не, туда не лезь. Хорошо, что повернулся. Не лезь, не добраться. АМХ-40, да ёпта. Ох ты, ёпта, здесь вообще, короче, чуваки. Помогайте, блин. Я выехал от 72-ми. Да я их разорвал. БВХи отлично отработали в этот раз. А, ну ты шо, разваливай. Смотри, пыщ. Ай, зараза, кроталь. Ребят, ставлю в кусты танк. Поэтому охраняйте его. Кай. Тут лево, охеревший. О, какого? Твою мать, блядь, гори в аду, сука.
Блин, на всю точку постоянно ложится арта, ложится и ложится. Ну давай, леопард наказан. Т-72М, осторожнее. Сидели. Чё? Т-72, они сейчас попадут под тур. Мой уже один попал. Ой, а чё они тут поехали? Остановил. Нет. Там осталось пионеры. Не артят моих спецназеров. А, убили мой ПТС. Будем оборонять точку или куда-то продавливать? Да, я думаю, и так уже нормально. Плюс два имеем. Все зашибись. Пусть они сливаются, они должны сейчас атаковать. Проорчу все сейчас. А, Лев. Смотрите, с нас этого ебучего кустика выдавливают. Да я туда уже послал чуваков. Я Лео 2 опять, да. Ты можешь зайти на него. Еще есть одна. Пошел, короче. О, леопард. Блять, смотри, морская артиллерия. Все, леопард будет наказан, я уверен. Давай. Блин, застунило, одно хп осталось у дневника. Как они артят, это трындец просто. Блин, Валя, мои БМП пошли какого-то хрена не там. Блять. Блин, тупая карта, реально, бей. Да, упоротая. Ну блин, ну не могли сделать, вызывай на свой фланг, едь не там. Не, ребят, нас так просто заортят. Да не заортят, что я стою, по мне артят всю игру, я вот как это не почувствовал. Ну, мои танки лопаются потихоньку. Я просто езжу по полю, туда-сюда, туда-сюда, они артят всю мимо. Что нового, сэр? Давайте я огнем город накрываю, вот этот, потом заедем туда. Сейчас мои командосы долетят. Да, хорошая идея. Да, командосы долетят, я их высажу сразу же. Там джаггеры. А, ты уже накрываешь, ну как? Так она пока сгорит там все. Поджарится, это самый обед заедет. Ой, сколько там ягеров. Да. Да ёпта, ну затюкали уже это. О, ягеры опизделировались. Это встряли они тупо. Не, пока не заехать, без поддержки техники туда не зайти. Я накрываю напал. Да, я отхожу, накрою еще раз. Убить.
Пошла атака по нам. Собственно, я выезжаю. По предполагаемому месту командос. Не, а конкурс ебаться по бокам. То не моя война. А, жесть. Они едут и едут в атаку, жесть. Просто прут без остановки. Ну чё, заходим в деревню? Да, да, да. Дайте мне там тоже квартальчик. Смотри, сейчас тут только пехот скопилось, вот эти за артят. Командосами прыгайте в сторону, не скапливайте. Подвинь! Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Там, может, спецназ бегать, приткнуться некуда. Все. Конкурсы вести, иглы. Организую сейчас. Вон дальше еще дома, туда запрыгивай команда с ним. Завожу мотор. Потрачено, короче, город взят. Нет, ты глянь, наказывает, наказывает. Да всю хуйню. В РДМ-2, да. Во, Леопард 2.5, сейчас мы с ним стряснемся наконец. Рыцарский поединок. 80 ВМ. Январчик. На, что-то сломал. Поехали сливаться. Фу. Назад. Это нечестно, у него две лычки. Но он мог тоже взять ветеранский, не знаю, почему он его не взял. У меня одно попадание, у меня пол хп, нет в моем танке. На тебя стреляет кассеткой. Да. Ёпта, бля, пощекотало. Ну давай, ну добей ты его, давай. Ну там, куда ты летишь? Самар, что ты делаешь? Я такая от кассетки сваливаю. Блять, Самар. В любом случае они больше потеряли, я и Леопард им замочил. Да? По-моему, да. Ой, блин, парни, сливаемся опять, не там резко, короче. Блять. Да, точно. Да япона мать, я их вызвал на маркер, вот, на маркер! А-а-а! Нормальный. Не, ну это просто издевательство, короче. Я не знаю, куда их еще вызывать, чтобы они не ехали туда. Я, кажется, знаю. БВ-1, БВ-1, поехали туда. Валь, ну говори, это твой фланг. Или дави, чтобы не было этой хуйни. Продави ты уже этот лес чё-то. Достало, короче, юнит убивать. Да, спасибо. Да чё спасибо, уже всё всрато. Один слили только. На коле погнали, погнали, ёпта. Я могу вам задымить, если надо. О, пацаны, смотрите аж. Бей не хочу. Вон арта их, мне кажется, была.
Налет вообще пипец какой идет. Сейчас на весь город накроют. Или нет? Ну мы их тоже прорядили, на. Охренеть. Куда это они бьют-то? По командному отделению. Ну бьют, наверное. Слишком плотно, да. Вызывайте. Я вызову. Короче, мой тур вроде приполз. Везу его. Едем наказывать. Тук-тук-тук-тук. Ой, Абрамч. Какая ты это? АМХ 40 работает, и Хэви Абрам та. Поехал я. Поехали. Время умирать. По Heavy Armor кто-то отработает? Я вылетел. Давай. А где там кто-то выстрелил? Не вылетит. Не, они раскладывают нас. Я выбиваю ему одно хп. Не, все, я отваливаю. Жесть, короче. Ох, жесть. Повезло. Проверка завершена, к вылету готовы. Наказывает говно, да. Там что-то еще мощное работает из кустов, аккуратнее. Я бомблю. Там. Все, конкурсы заняли позицию. Урал, высадите на Григорий. Угу. Валь, те 4 БМП, 1Д до сих пор живы. Они в город уже в гору проехали. Леопард 2 опять замечен. Валь, сбегай командосами сюда. Ну, это разгром. Ну, конечно, разгром. Ну, они, конечно, лезут, но а толку? Heavy Armor. Он Абрамс. Надо поаккуратнее работать, у них очень много РСЗО, могут накрыть точку и просто все убить. Самар, я забрался. Куда? А, красава. Сейчас я конкурс к тебе приведу. Только Леопард им долбану. Ух.
Парни, Абрамс палится. Где? А, понял. Вот, еду. И БМП-3 подтяните. HC это вообще жесть, у него пробой 22, блин. Мы в него убьемся. Нужен миг 27. Я его выслал. Короче, я педали. Пламя его видит. Ну он стоит, он. Не, уже не видно. Его кто-то его... убил, его. Разведка завалила там. Каким образом, я даже не выкупил. Как-то она его ваншотом. А, он боком поехал, лол. Лалка. Вот это лалка. У меня 1137 поинтов, кстати, накоплю. Так, врывайся. Пора, наверное, заканчивать. Сейчас будет, короче, жестокая атака на йоту. Может, на его? Австралиец идет на Валю. Валь, берегись. Такси, блять, это, сука, австралиец, сука! На! Шоу. Минус армия. Да австралиец, блять, не какую-то... О, 40 большим ягерой. Светите, я сейчас бомбалейлы. Их там 40 рыл. Там 46 даже. БМП под воде я сейчас бомбить буду. Я и еду. Вот что долго летит так. Нашел командирку, убил им командирку на Иване. О, жизнь как. Ой, хорошо, отлично. Хорошо, да? Отлично. Да, да, да. Да, точно. Все, потрачено. Level up.